глубоко уважаемый Сергей Викторович, глубоко уважаемый Александр Николаевич, ректор дипломатической академии, глубоко уважаемые профессора, преподаватели, дорогие первокурсники. Сегодня в вашей жизни особый день. Сегодня вы впервые войдете в аудиторию университета и таким образом отметите традиционный наш российский очень добрый и светлый праздник День знаний. Ну а для нас, кто давно работает в университете, конечно, это в известной степени ежегодное повторение праздника. Но знаете, как мы любим встречать календарный Новый год, мы также любим и волнуемся, когда встречаем новый учебный год, встречаем День знаний. Праздник поистине всенародный, и сегодня, когда мы ехали сюда в университет, мы видели трогательные картины родителей, которые вели совсем маленьких ребяток в первый, может быть, во второй классы, видели и толпы эмоционально приятно возбужденных студентов, которые двигались сюда в университет, двигались в МГУ, в Российский университет дружбы народов. У нас здесь такой университетский округ, поэтому можно встретить студентов самых разных университетов. Ну, а мы вчера проводили сбор труппы в нашей университетской, традиционное собрание коллектива, и могу заверить всех присутствующих здесь студентов, первокурсников, что труппа готова к работе с младшими актерами. Так что уверен, что все, кто поступил в 2010 году, справятся с обязанностями студентов ГИМО. Я вам докладывал, Сергей Викторович, что набор в этом году, на мой взгляд, очень хороший. Сам показатель, я что вижу. Средний балл по ЕГЭ 89, это ну, запредельно высокий балл, который добились ребята на этапе выпуска из школы, да и экзамены сдавали хорошо. Хотя конкурс, как вы знаете, был очень и очень непростой и высокий. Прошли через это испытание, важно теперь пройти через испытание первого курса, оно тоже непростое, чего я вам и желаю. Вы знаете, дорогие друзья, что нам посчастливилось, я имею в виду нашему университету, дипломатической академии, поскольку мы работаем плечом к плечу и под пристальным вниманием, таким заботливым вниманием Министерства иностранных дел, министра иностранных дел. И ярчайшим проявлением этого является, что уже много лет, 1 сентября, традиционно открывается выступлением, лекцией министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который также является выпускником нашего университета. И слова, которые только что были исполнены, правда, один куплет, сокращенный вариант. Цензура. Написано тоже Сергеем Викторовичем. Когда-то, очень-очень давно, когда он еще не был министром. И я с огромным удовольствием и радостью, с особым чувством представляю слово Сергею Викторовичу Лаврову. Большое спасибо.